Ой, как нога подогнулась, конечно. Главное, чтобы травмы колена не было. Размашисто запустил справа. И тут же коротко, не успев вернуть руку. Александр, опа, тоненько, коротко, не сильно, и сам точно. Сам пропустил же немножко, да? То есть, соответственно, чуть-чуть голову убрал. И вот, да, есть понятие тайминг. Да, вот это. Ой, как нога подогнулась, конечно. Главное, чтобы травмы колена не было. Размашисто запустил справа. И тут же коротко, не успев вернуть руку. Александр, опа, тоненько, коротко, не сильно, и сам точно. Сам пропустил же немножко, да? То есть, соответственно, чуть-чуть голову убрал. И вот, да, есть понятие тайминг. Да, вот это.